выражаем большую благодарность общественной организации «Возрождение» за оказанную гуманитарную помощь. А также девочкам «Золотые руки ангела». Девчонки, вам привет. Я вас очень люблю. Знаю, что вы уже не первый раз нам оказываете помощь. Вот. Очень рада была вас видеть всех в Москве. Вот, ваше все дошло. Спасибо вам огромное за вашу работу. Также спасибо маршалу Савчуку, моему дорогому товарищу, близкому брату Антону Аранибару, которые организовали это, которые передали. Ну и наш благотворительный фонд «Зов добра» это все довез, доставил до места назначения. Конечно, хотелось бы, чтобы это все не пригодилось, чтобы это так и осталось здесь лежать. Ну, если вдруг так случится, чтобы это принесло большую пользу. Ребята, вам всем спасибо огромное, то, что нас поддерживаете. Победа будет за нами.